Приветствую, друзья, на канал BB Play, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Workers and Resources Soviet Republic. Всем приятного просмотра, а мы приступаем. Итак, ребятишки, очередная рабочая смена закончилась, и мы продолжаем снимать игрушку. И сегодня по планам у нас будет строительство ликероводочного завода. Потому что, ну, как вы знаете, мы уже сами обеспечиваем себя едой, то бишь мясом. За кадром я построил себе два... офиса, которые будут развозить продукты. Они будут производить. Они, короче, так раньше мы просто устанавливали машину, которая ездила и пополняла автоматически по кругу ресурсы. Это бишь хлеб, мясо и так далее и тому подобное. Сейчас мы построили центр, который доставляет продовольствие. То бишь мы поставили, когда они начинают ездить, когда магазин. Ой, не детская. Когда продовольствие падает ниже 30%. То бишь, как тут будет 290 килограммов останется мяса, он поедет и догрузит то, что ему надо. И ты просто обозначаешь одну машину, и эта машина курсирует по всем зданиям, которые нуждаются в тех или иных продовольствиях. Так же самое с хлебом. Я не знал, попытался запустить все с одного офиса, но... По каким-то причинам он не... Я не разрешал мне, вот, как раз сейчас хлеб поехали везти, потому что 30% у кого-то упало. И в гастроном он везет, он загружает 86%, чтобы был полностью, сколько там, 6 тонн, сколько там, с копейками, да, у нас? Да, 7 тонн, то бишь, чтобы было полное хранилище. Итак, и что еще сегодня? Мы, да, сюда поставим, мы здесь поставим ликеро-водочный завод, так у нас здесь, вот видите, у нас такие вот... Продовольственная зона, промышленная зона. Попозже мы сделаем еще парочку полей посадим. Вот, может быть, даже эти снесем и поставим более большие, которые огромные такие, блин, поля. Может быть, с них потом поставим. Ну и в этом радиусе мы делаем еще. Потом поставим. Кстати, надо что-то мне погромче, надо что-то потише надо сделать. Вот так, а то слишком очень громко все это звучит. Сегодня поставим мы ликероводочный завод и хранилище. Друзья, как видите, у нас сейчас он забрал, окей, 6,5 тонн хлеба, но очень быстро они, работники, дополняют 12 тонн, и просто завод стоит, и ничего не происходит. Вот. Это плохо. Нам надо, чтобы продовольствие, оно и шло. И так как, опять же, тоже, друзья, мы, видите, уже вышли в плюс... И мы сейчас, как видите, зарабатываем нормально бабосы. Ну, конечно, сейчас мы сейчас начнем строиться, то все упадет. Но мы уже почти что самодостаточная держава. Мы производим электричество сами. Мы не закупаем. Единственное то, что у нас сейчас мы закупаем, это топливо. Но с топливом, друзья, тоже. Я думаю, на следующей серии мы построим химзавод. Но это очень огромная стройка и очень дорогая. Так что надо будет подкопить чуть-чуть деньжат. И тогда только этим заняться. Так что давайте приступим к делу. Еда и ферма, нам нужен... Нет, подожди. Бар, ликероводочный завод. 34 тысячи стоит. Потребляет он кукурузу. Вот. И, кстати говоря, он довольно-таки маленький. Может быть, как компактный, можно вот сюда забубенить. Было бы вообще шикарно, чтобы он к этой цепочке подсоединился. Или же даже вот сюда, например. Ну, навряд ли получится. Блин. Блин, блин-блинский. И главное, никак это не сделать. Можно, конечно, сюда его перевести. Вот так, например, да, вот здесь поставить и протащить. Но нет, не получится, потому что надо дотащить туда дорогу. И не знаю, навряд ли. Лучше да просто сделаем... Или подождите, сейчас дайте подумать, друзья. Сейчас подумаем, молись. Тут можно это все снести к чертовой матери. Вот здесь, почему такая вот здесь лажа получается? А, тут у нас форклифт возит кукурузу сюда и... Сюда погрузчики возят кукурузу.
форклифты. Ладно, мелочи жизни. Да, потому что вот отсюда все уходит, у меня есть зерно. Было бы идеально, если, конечно, мы могли как-то, блин, это все уничтожить и построить. Надо посмотреть, как это можно реализовать. Так что давайте, друзья, посмотрим. Может быть, получится. Так, друзья, чуть-чуть поколдовал здесь. Пришлось мне снести пекарню. Сюда мы поставили завод, чтобы у нас происходила цепная доставка всего. И только одна станция погрузчиков. То бишь, сейчас, смотрите, у нас алкоголь же производится. То бишь, что мы можем сделать? Мы можем сейчас взять и полностью отменить алкоголь в барах. Где наш бар? Это электроника. Это что? Это кинотеатр. А где наш бар? Бар. Не вижу бара. А, вот бар. Вот бар. Мы можем... А, у нас уже отменено. То бишь, закупка не происходила ничего. Хорошо. Так, это бар, чтобы... Мне только один бар, что ли, получается полностью? Только... Странно. Ладно, окей. Окей. И следующее, что нам надо было... Кстати, бляха-муха. Вот дубина. Я же хотел еще и склад построить. А, кстати, какой склад выглядит по себе? Склад. Блин. Вот-вот. Ну да ладно, это не проблема. Мы можем это исправить при помощи погрузчиков, что ли. Наверное, так и надо будет сделать. Потому что можно было, конечно, поставить вот сюда его, да, вот так. Он бы получал, я получал бы ресурсы от... фабрики по производству алкоголя. И то навряд ли, потому что тут у нас уже идет доставка грузов. То бишь, тут очень, блин, большое планирование, и тут сразу все не учесть, как говорится. Можно было, конечно, все снести нахер к серой матери, здесь полячим подвинуть, но не знали это смысл это делать, и тогда вот здесь подсоединиться к этому, и тогда бы доставляли все ресурсы. Ну, можно, по идее, так и сделать, но, подождите, посмотрите, какой у нас, какой урожай. Рост. Ну, можем поэкспериментировать, кстати говоря. А, кстати, что мы можем хранить там, подождите, сейчас посмотрим. А то я тут так. Склад. Алкоголь, электроника, химикаты, ткань, урожай. Очень интересно. Ну, можно посмотреть. Ну, блин. Я уж так истратил много денег. Бляха-муха. Ну ладно, посмотрим. Так, у нас тут все происходит, тут все производится. Морковочку, да, блин. Морковочку, конечно, загрузили. Но сейчас у нас идет прямая доставка отсюда. То есть, видите, у нас здесь ноль урожая, но урожай производит, потому что он отсюда убирается. Вот, видите, у нас уходит полностью. И форклифты загружаются отсюда, вот сюда. Так, давайте, друзья, так и сделаем. Мы сейчас снесем это вот дело, все. Все равно надо ставить большие поля, так как нам нужно довольно большое аграрное, как говорится... Блин, вот выскочил, я говорю, что хотел сказать. Потребление, вот, ресурсов. Так, хорошо, ладно. Так, что у нас с барчиком? У нас с барчиком там вообще уже 0,52 алкоголь осталось. Но это мелочи жизни, сейчас мы это все исправим. У нас же здесь тоночка есть. То бишь, мы можем сделать, что вот это пока что можем добавить. Вот это. И выгружать его вот сюда. И все, и сейчас машинка. Мы можем найти еще одну машинку, наверное, вот такую маленькую, да? Пить такую маленькую, вот такая, вот здесь она возит. Алкоголь возишь? Да. И все, она сейчас поедет, по идее, должна ехать и заниматься этими делами. Авторежим. Итак, ладно. Он не хочет пока что. А почему не хочет? Потому что, сколько там, 30% сказал, да? А тут уже меньше, чем 30%. Что за фигня? А, уже повезла, значит, машина какая-то, уже алкоголь повезла туда. Сейчас проверим, кто туда повез алкоголь. Я не вижу ту машину, которая алкоголь везет. Ну, явно кто-то бухло забрал. Или никто не забрал. Нихера себе, ничего, я что-то не понял вообще. 3 тонны, окей. А, понял. Вот в чем проблема.
Выгрузка. Загрузка. Ликера. И вот, видите, друзья, наши машинки поехали автоматически доставлять ликер в этот район. Итак, что у нас по бабосам? Ну, мы чуть просели, потому что мы сносили здание. Ну, не так страшно, мы просели. Сейчас еще больше просядем. Надо будет это все снести сейчас, кстати говоря. Тогда займемся пока ночь. Сносим просто вот это. Да, это. Да, это. И это. И следующее, что хочу сделать, тогда это убрать это. Значит, сюда что мы делаем? Мы ставим завод. Не завод, а хранилище. Склад, вернее, вот так. Ну, да, так его поставим вот так. И здесь дорогу протащим. Отлично. Следующее, что мы должны делать, я здесь сделаю сейчас одну тему такую, как вот, так вот. Где у нас дорога должна идти? Тупица. Так у нас будет довольно-таки бегать с машинки быстро, да. Блин! Не-не-не-не-не-не, дружище, нет. Вот так. Чтобы отсюда сразу не ехали сюда и в город, и все. И тут тянем уже мы такую тему. Да что ж ты будешь делать? Ну а зачем мы так делаем? Ну, лошара. Ладно, извиняюсь, друзья. Вот так. И сейчас мы строим поля, друзья. Четыре поля. Нам надо огромных четыре поля. Вот такое большое, огромное поле. В смысле неровный участок? Раз. Четыре. Вот такие огромные поля у нас, друзья, сейчас будут расти. Только известно, что одна культура только, ну, тут уже ничего не поделаешь, как говорится. Так, ну тут вообще не в кассу. Отлично. Итак, значит, мы что можем сделать? Мы можем сделать следующее. Мы можем завалить отсюда. Ага, тут же участок у нас уже есть здесь. Ах ты ж жопа. А-то прикол-то в том, что я, бляха-муха, не подсоединил. Ай-яй-яй. Да.
Слушай, значит, что мы делаем? Мы делаем вот такую тему. Убить. Взорвать. Уничтожить. Что такое? Я не успею ничего сломать, да? Давай, блин. Ломай. Так, не хочу его снести. Надо просто все отключить. И да, мы сейчас это все исправим. Да будь твою. Я уже все выключил. А что вы? Вернитесь обратно домой. Так, значит, следующее что? Сюда нам не надо. Нам надо, чтобы отсюда и шло. И отсюда. Поступление вот сюда. Это делается вот таким образом. И тогда мы сейчас делаем вот такую тему. Берем плюсик, взрываем сюда, загружаем сюда, 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 ну и сюда. Выгрузка. Сухой склад загрузить нам надо будет что? Бухло и хлебушек. И тогда мы что мы делаем? Мы сейчас смотрите, что делаем. Мы берем так-то, переназначаем, убираем ликерочный завод. Добавляем склад. И загружает он бухло, алкоголь. Ой, алкоголь и картошечку. Что это? Так, все. Отлично. Так, у нас же сейчас туда. Тут еще надо дорогу протянуть для наших форклифтов. Когда мы будем топливо сюда возить им. Ну и завалировать надо. Нам надо пешеходными переходами. По идее. Ай-яй-яй. Можно так, конечно, сделать, блин. Ладно, поставим пока что так. И вот так. Отлично. Что у нас здесь? У нас еще алкоголь. Уже здесь и карточка их. Так, все отлично. Они сейчас будут все опускать отсюда и загружать сюда. Замечательно. Все работает. Итак, у нас одна фура уехала. Вопрос куда? Алкоголь повезла или что там? Алкоголь мы все привезли полностью уже. Так, что у нас? Мясо. Так, электроник надо чуть закупить. За доллары. Единоразовая закупка. Так, что у нас получается? Электроники 0. Отлично, что здесь? Мясо есть. Здесь все есть. Замечательно. Так, тут нет никакого автоматического. Все, отлей. И что у нас получается? У нас 14 тысяч, ну это понятно, что мы купили это. И 8 тысяч минусов. Это совсем копейки. Вот. Здесь мы по большому счету. Но это мне вот это не нравится очень. Ну что ж поделать. Да, я знаю, что некоторые люди были очень недовольны расположением наших дорожек. Да, там говорили, что там должно быть все красиво, симметрично. Друзья, но я скажу так, что в мире ничего не бывает симметрично. Кому-то нравится, кому-то не нравится то, что мы делаем. Но, друзья, как говорится, всем не угодишь. И, ну, сами понимаете, да. Мы пытаемся, мы стараемся. А куда вы идете? А, на поле идут работать. Вот это странно. Ну ладно, допустим.
Ну вот, ну потому что мы, конечно, стараемся делать все, что много всяких нареканий может быть, потому что, о, что это делаешь, что это так, вообще отстой, и так далее, и тому подобное. Но, друзья, как я еще раз говорил, то что, ну, не всегда получается того, что мы пытаемся достичь, да? Так, так, окей. Тут ничего нет, у нас с крутым мясом, блин, проблемы. У нас уже полное почти что дохерища уже мясо есть, но... проблема в том, что мы негде его хранить, кроме... У нас всегда фермер, что есть только склад и рефрижератор. Мы можем еще один потом рефрижератор построить, да? Где-то, не знаю, куда-то его забебенить, да, потом. Но это, не знаю, отдельная история. Может, даже нам не надо будет просто, как говорится, вот так как-то потом поставим. Я не знаю, будет работать, не будет работать, но надо смотреть. Так, что это у нас? Грузовая автостанция. Ну, это где просто грузовики хранятся. Так, здесь у нас все происходит, все здесь окей. У нас 8 тонн хлебушка здесь, 2 тонны алкоголя. Ну вот, и все такая дела. Так что у нас получается неплохо уже. Мы уже сами обеспечены, по большому счету. Ну и, как говорится, поставим сосны по парочку, да. Вот сюда пока что, чтобы вот так... Блин, они будут огромные, наверное, да? Чтобы это как-то не выглядело так пусто. Потому что это все можно потом снести к чертовой фене. И это не будет проблемой. Так. Отлично. Ну еще парочку сюда, парочку сюда. И все, у нас трактора работают. Все это здесь у нас отлично. Не знаю, хватит. Ну, по идее, по большому счету больше не надо. Трактора будет работать и все будет нормально. Так, здесь у нас все окей, все нормально, все работает, все отлично. Так, у нас проверим, сейчас пробежимся по параметрам. Так, вот едешь. Ага. Нам надо отменить, кстати говоря, один пункт. Вот этот. Вот так. Загрузка и все. Сейчас они будут ездить на склад за тем или иным ресурсом. Работа без проблем. Почему ничего не растет? Почему где хлеб? А, фура стоит и загружается, потому и нету хлеба. Им надо 57 тонн, то бишь 3 тонны с лишним. Отлично, люди работают. Так что вот такие дела, друзья. Так что, если есть какие-то, друзья, советы или что-то вам, не знаю, не нравится, не стесняйтесь, пишите в комментариях, мы обязательно прочитаем, примем к сведению, да. Ну, так как видите, у нас уже постепенно мы уже начинаем выходить из зависимого положения, да. У нас идет позитивный баланс, будет позитивный баланс все равно или поздно, потому что сейчас месяц идет, будет в сентябре у нас будет уже плюс, так это уже будет нормально, и начнем уже развиваться дальше. Следующее, что у нас по планам, друзья, будет, у нас будет нефтеперерабатывающий завод. Мы тогда сможем там торговать с вами, друзья, битумом, который довольно-таки неплохо стоит, особенно за границей в этом районе. Кстати, вот здесь мы сейчас летим в союзное государство, да, вот, здесь где у нас получается. Как видите, у нас битум очень стоит довольно-таки неплохо, 299,3 доллара, и это нормально, мы еще забустимся. А битум — это побочный материал, как вы знаете, у нефтеперерабатывающего завода. Вот, у нас есть дофигища нефти, 600 тонн здесь. И, наверное, то же самое здесь это. Ну да, 500 с лишним тонн. У нас на это все работает только 4 нефтевышки, друзья. Вот. Так что, когда вы строите, основите вашу республику, пытайтесь найти, где нефтяные залежи. Ну и, как видите, друзья, у нас здесь угольная шахта тоже работает. И тогда скоро мы закупим, скорее всего, мы будем закупим здесь пару фур, машин, которые будут тоже возить нефть, то бишь топливо. И обеспечивать их нас тоже. И это уже будет, тогда мы будем точно полностью независимы от других государств. У нас только будет прибыль прибавляться и не уменьшаться. Ну, да, нет, кстати, вру даже, потому что дальше у нас еще останется электроника, техника, но это уже более позднее развитие. Так что там надо будет тяжеловато развиваться. Ну, ничего. Мы, как говорится, к этому готовы и этим будем заниматься. Вот. Надеюсь, что здесь у нас есть какие-то угольные залежи есть рядом, но и тогда мы сможем
еще и уголь продавать, и потому что он нам понадобится скоро довольно-таки, чтобы делать асфальт, и чтобы потом уже строить со свои ресурсы, но это опять же более к концу игры, но это посмотрим. Так что опять, друзья, да, большое вам спасибо за ваше внимание. Говорю, если есть какие-то советы, рекомендации, не стесняйтесь, оставляйте комменты под этим видосиком. Или если опять же есть какие-то нарицания, тоже не стесняйтесь, оставляйте, прочитаем, примем вашу критику и усвоим тот или иной совет, который вам вы нам дадите. Так что, друзья, большое вам спасибо за ваше внимание. Всего вам доброго и пока-пока.